все, будем говорить, любезно согласились. И я всем очень благодарна. И в первую очередь я благодарна за эту встречу работникам библиотеки, Наталье Павловне Соколовой и ее замечательным коллегам, которые вдруг вот так решили и что-то и сделали. Сделали очень интересно, очень дорогие вещи, которые обо многом очень напоминают. И самое интересное, что если бы не было Валентины Викторовны Петровой в моей жизни, вы знаете, многих бы вещей вообще не было. Потому что она в этом плане удивительный, собирательный человек. Она очень много собирала, у нее прямо папки были подписаны, Багрова, там, Бибеева, все статьи, все, что только где-то она видела, она все собирала. И вот благодаря ей, вот то, что есть, вот оно есть. Вот Петровой не стало, вот, ну, не собирали. Но я думаю, что замечательно, что в моей жизни такие люди, как говорил великий Экзюпери, нужно, чтобы в твоей жизни обязательно встретились те люди, которые тебя заставляют пробуждаться. И мне кажется, в этом отношении, я не хочу говорить вот этими словами, которые говорят, мне повезло, нет. Просто на самом деле, мне кажется, если с открытой душой, если ты делаешь свое дело, если ты понимаешь, что это дело тебе дорого, люди, которые рядом с тобой, ты их как-то не то что выбираешь, а это получается картина профессиональных лидеров, с которыми тебе очень интересно. Я закончила школу музыкальную в городе Новороссийске, а потом так получилось, что я уехала в Тюмень, потому что я была маленькая, и никуда меня не отпускали. А здесь, на ту беду, была моя сестра. Приехали за запахом таги со своим мужем. Вот. И я закончила это музыкальное училище в 70-м году. А потом в 70-м я поступила в консерваторию. В педагог у меня была совершенно потрясающая Марина Дмитриевна Козяева. Вот тоже очень повезло. Именно в этот момент она приехала из Уральской консерватории вот на 5 лет. И вот 4 года, которые я была, я общалась с этим замечательным человеком. К сожалению, ее давно уже не стало. Но вот на самом деле, насколько влияет, я так понимаю, насколько влияет общение учителя и ученика. Особенно, может быть, даже, наверное, не столько в школе, сколько вот уже в училище, когда ты выходишь на профессиональную дорогу, как она мне помогала? Она мне помогала, я так понимаю. Я взяла, наверное, стиль какой-то ее жизни. Я до сих пор запомню запах ее духов. Она была безумно красивой женщиной и старалась меня все время возить на какие-то конкурсы. Я впервые увидела город Екатеринбург, Свердловск тогда. Я совершенно обалдела, когда зашла в стены консерватории, потому что это была мечта моего детства. А дальше я поступила в консерваторию уральскую. Мой папа всегда мечтал, чтобы я поступила в Московскую консерваторию. Почему-то так вот. Может, они были связаны с мамой, с Москвой. Но как-то вот решили, а вдруг не поступишь. А потом, когда я уже в Уральскую консерваторию поступила, мне уже Сергей Леонидович Дорецкий говорил, ну что значит, ты что, была мальчиком, что ли? Ну не поступила в первый год, теперь в армию не забирают. Но суть не в этом. Но то, о чем мечтал мой папа, правда, он не дожил до этого времени. В общем-то, я осуществила. Я закончила ассистентуру стажировку Сергея Леонидовича Дорецкого. Вот. Ну, уже прямо скажем, не в молодом возрасте. Ну, то есть, вроде как получилось. Я отдала дань своим родителям, своим ученикам. В консерватории у меня была совершенно замечательная педагог Нина Афанасьевна Корсун, которая меня учила 3 года. Тоже удивительная совершенно женщина. И вот, вы знаете, я поражаюсь, как такое может быть? Вот сейчас ее нет, а мы общаемся с ее сыном. Ее сын великий ученый, он, знаете как, вот я так говорю, он кто-то изобретал стволовые клетки, а у них, то есть какой-то микроинститут под Нью-Йорком. И он там работает очень давно. А с ним я тоже познакомилась где-то, когда ему было лет 7. Нина Афанасьевна, мой педагог, говорит, мальчик, я все время вижу, вы сидите на подоконнике и ждете, когда будет класс. Я вас очень прошу, вы не могли бы, я живу на Посадской, понимаю, она интеллигентнейший человек после Уральской консерватории. А она говорит, я бы не могла вас попросить, чтобы вы занимались у меня. Вы просто зайдете в нас квартиру на первом этаже, налево дверь, открывайте, сидите. Мне важно, чтобы кто-то был дома, потому что Женька у меня, он, наверное, моего деда. А дед у них был микробиолог. Женька ловил лягушек все время. И то им ножки отрезали.
вырезал, а потом пришивал. То есть вот он, и она говорит, я боюсь, как бы чего-то не взорвалось. То есть когда будет... И я буквально вот это на 3-4 часа. Я, конечно, была несказанно рада, потому что, представляете, получить класс сразу. То есть ехать. Я ехала, открыла эту дверь, открываю, какая-то такая ощущение, пока еще не было стрессового никакого. Открываю дверь, и вот здесь вот, понимаете, это то, о чем я мечтаю всю жизнь, но говорят, с какой-то мечтой ведь надо и уходить. Вот, это моя мечта. Я открываю, стоит в комнате громадный белый рояль, Фёрстер. Под этим роялем стоит ведро. Это тоже у меня теперь, я понимаю, что это сухие квартиры. И кругом полки, на полках книги, на полках пластинки и проигрыватель. И то есть я вот села, и вы знаете, вот это первый раз, когда я не могла, я просто коснулась его, и вот чувствую, не могу. Я даже не знаю, счастье это распирало или какая-то такая ответственность, не знаю, я не буду сейчас говорить. Я позанималась, сейчас у меня заболели безумные руки, потому что я зажатая все сидела. То есть, ну вот, такое у меня было интересное очень в этом плане общение с Ниной Афанасьевной. И вот Женя, ему было тогда 7 лет. Жене сейчас уже 52 года. Вот он звонит, он сейчас в Бостоне и так далее. Ну, то есть он занимается как раз вот этими ковид, занимаются они в Америке вот этой, как это, сыворотка, да? Сыворотка от ковида. Вот, вот так вот удивительно произошло, потому что в конце жизни Женя забрал ее к себе в Бостон. И, к сожалению, там ее не стало. Он говорит, я весь на раковых клетках, а маму не мог спасти. Вот такая вот удивительная, вот какая-то такая история произошла. А у Жени был его сын. И этот сын мечтал играть. И он играл, и потом, поступая в консерваторию, а им почему-то вот в Бостоне нужно обязательно какое-то рекомендательное письмо от профессоров. Вот откуда? А Женя говорит, Варечка, напиши моему. Я говорю, да ради Бога. В общем, его сын Саша поступает в консерваторию. Но самое интересное, там еще была запись очень интересная. В это время мой младший сын Илья выиграл грант в Москве. В общем, он учился в финансовой школе в Нью-Йорке. И естественно, то есть, поскольку у нас такие связи, Илья уже с ними. Раз Илья играет на рояле, Саша играет на флейте, они записывают вот эту вот музыкальную композицию. И с этой, значит, с моими рецензиями, там, не знаю, рекомендательное письмо, вот эта вот запись идет, то есть у нас до сих пор это все сохранилось. Ну, то есть Саша там тоже, извините, уже сколько, за 35, наверное. Вот какая-то такая, мне кажется, вот в жизни какая-то интересная периодика. Вот если что-то делается по-настоящему, оно идет дальше, дальше, дальше. И вот сейчас и дети общаются, и это, конечно, очень здорово. А потом, ну что потом, после консерватории я приехала сюда, потому что тогда было такое время, когда сказали, что надо обязательно отработать. А я должна в аспирантуру поступать. А мне за это говорит, да езжай ты тогда в Тюмень, близко же. Будешь ко мне приезжать, будешь играть. Я так и сделала, я приехала в Тюмень. А в это время у Валентины Викторовны трагические события произошли, у нее не стала мама. А она уже работала на кафедре хорового дирижирования с Галиной Петровной Рогожниковой, это такие именитые профессуры в Уральской консерватории, то есть она уже работала ассистентом. Она говорит, ты знаешь, мне здесь делать нечего, ты меня не возьмешь. Я говорю, поехали. В общем, и мы вдвоем, Петрова все бросила там, и мы вдвоем сюда в 75-м году приехали. Вот, удивительно, тоже какие-то такие интересные очень люди, Зиновий Григорьевич Сочер в училище, какой-то такой приятный. Как-то, вы знаете, какой-то, вот я так понимаю, что если вдруг у меня что-то неприятное, я очень расстраиваюсь. А мне кажется, наверное, избалована, что ли, приятностью, потому что настолько было теплое отношение. То есть вот это наша выпускница. Мы работали с Валентиной Викторовной в училище, жили по разным гостиницам. Тогда какое-то интересное тоже время было. В Колосе пожили месяц, надо другой номер переезжать. А знаете, какое-то ощущение такое, что в новый номер, и это как-то плохо. И мы каждый раз вот эту плитку очищали, все очищали. Потом уже нам администратор сказал, если бы вы знали, мы бы вас каждые полмесяца переселяли. Но мы бы нам вычистили всю гостиницу. Вот. И после этого нас перевели еще в гостиницу «Восток». Но это вообще радость. 863 номер на 8 этаже, шикарно. То есть уходишь оттуда, приходишь в училище. Рядом аэропорт, в пятницу сажусь на самолет,
улетаю в Москву, у меня там сестра моя средняя была, иду в Большой театр, там мой был друг еще, а вот ухожу, хожу в Большой театр, в консерваторию, на концерты, а в воскресенье вечером прилетаю, и в понедельник утром на работе. И даже моя сестра родная, которая здесь, она не верила мне и говорила, нет, это неправда. Ну, когда я подарю, например, флакончик, тогда были духи, такие клима, которые французские, которые были только-только в Москве. Она говорит, ты ненормальная. И я вот так понимаю, что, в принципе, наверное, это очень здорово. Я была настолько счастлива, у меня были удивительные ученики, удивительные совершенно. Их было так много, вначале я безумно расстроилась, потому что мне показалось, это знаете, как всем пианистам, вроде как ученики, я же играю, что, о чем я им буду говорить? Валентина Викторовна говорит, да ты не паникуй. Ты вот им рассказывай, как ты бы это все учила. Ну, удивительные дети были, мы с ними ездили с концертами на север, в Нижневартовск, в Сургуте были. То есть какой-то класс был удивительно обаятельный. Я вела и камерный ансамбль, были там и скрипачи, и альтисты, и виолончелисты. А потом, и проработала я там 18 лет, а потом Валентина Викторовна как-то мне сказала, что, слушай, институт. Но по пути я все время работала в институте. То есть я проповедовала хор, а института как такового не было. Это был филиал Челябинского. И она говорит, ты что, такие возможности, но это филиал еще. А вот. И я перехожу сюда ассистентом, естественно, Михаил Анатольевич Копейко. Вот, очень интересные люди. Я бы хотела даже вот... Вот все равно влияет очень на твое становление общение с такими людьми, как Федор Андреевич Селиванов, Константин Григорьевич Рожков, Михаил Анатольевич Копейко, Валентина Николаевна Сушкова. То есть те люди, которые, вот я сейчас когда говорю, вот, то есть это те люди, которые нам дали то, вот мне, по крайней мере, то, чего я не знала, допустим. Все равно есть разница, да, школа, училище и высшее звено. И это умнейшие были люди, и они настолько тепло делились всем тем, что было. Они всегда были на концертах. И всегда вот эти вот открытки удивительные, как писали Федя и Костя, например, с днем рождения Петрова все время. С Петрова мне тоже была удивительная атмосфера общения. А потом так получилось, что вот как-то и институт, он начинает... Вначале я была завкафедрой теории музыки и фортепиано, по-моему, что-то как-то. Вот очень много учеников было, естественно, по общему фортепиано, очень много играли с хорами, очень много было музыки. Ирина Николаевна Бибеева тогда приехала после окончания консерватории сюда. Вот. И удивительное время было, даже некогда было задуматься, правильно, неправильно, просто было учить здорово. А вот, благодаря институту я и попала, я вначале в Ленинград ездила на курсы, а потом попала вот к Сергею Леонидовичу Дорецкому. И, ну вот я не знаю, это все благодаря институту. Я так подумала, что я, наверное, здесь уже 35 лет, да, а институту 30. А вот, то есть, вот я считаю, вот просто славный наш институт. Почему? Потому что в это время, вот когда мы работали, разъединили наши кафедры, институт отошел от Челябинска, он стал самостоятельным вузом. У нас учились замечательные ученики, потом они стали нашими коллегами, и коллегами такими вечно достойными. Это и Светлана Георгиевна Грауберг, и, естественно, Ольга Борисовна Аскарова. И вдруг Валентина Викторовна дала такую идею, я уж не знаю, почему не открыть кафедру фортепиано? И вот мои коллеги, естественно, без них бы я ничего не сделала, мы попытались. Я ездила в Министерство культуры, то есть было очень все сложно, с одной стороны. Мы описывали всю библиотеку, мы, это мои коллеги. Вот, и, ну, то есть работа была сделана колоссально, и, представляете, нас открыли, аттестовали на 3 года, это было счастье, к нам сразу поехал бестселлер, а вот, и были студенты из России, ну, то есть вот таким образом пошла кафедра, и в кафедре в этом году уже сколько было, Ольга Борисовна, лет? Я даже не знаю, сколько? 25 есть, нет? 25 уже,
А вот видите, как-то мы свои даты мои не... Ну вот потому что нет таких, например, как Петрова, как Наталья Павловна Соколова, которые говорили, сделайте выставку, сделайте отчет. А вот. И поэтому очень приятно, такие замечательные коллеги у меня работали. Ну, то есть вот все пошло очень хорошо и все замечательно. И сегодня мне хочется сказать, что, конечно, если бы не было института, многих бы вещей, которые у меня произошли, конечно, не было. И я очень благодарна. Я благодарна нашим ректорам, вот Михаилу Анатольевичу Капеко, естественно, это первый ректор, с кем я столкнулась. Дальше Евгений Борисович Заболотный, он внес какую-то совершенно другую лепту. Раньше мы поднимались по каким-то лесенкам непонятным, по темным коридорам, а здесь вдруг, бах, такой храм. И это очень здорово. Он всегда слушал мнение наше, я никогда не забуду. И всегда, то есть вот это очень здорово, когда руководитель профессионально внутри себя он поддерживает, придерживает, потому что наш институт, конечно, очень сложно угодить всем, потому что настолько разные специальности. Но это было, но это очевидно, это закон таких для умных руководителей. И сейчас вот мне тоже очень приятно, на нашей кафедре приятно, что мы работаем с Игорем Николаевичем Мерченко. Он тоже нас слышит. И это, конечно, дорогого стоит. И мы стараемся, мы делаем все возможное, чтобы мы работали. У меня мои коллеги играют. Мне это очень приятно. Они создали фортепианный дуэт. И, ну, вообще, это очень здорово. То есть, очень здорово, что жизнь течет. Жизнь течет, и в этом течении, я благодаря институту, он пока еще меня не выбрасывает. Я за это очень благодарна, еще раз говорю, Игорю Николаевичу и всем своим коллегам. И в связи с этим мне еще, знаете, что хотела сказать? Вот я, наверное, не знаю, так путанно много наговорила. 60-летие, да, космонавтики сегодня. Вот я хотела бы вас поздравить. И вы знаете, на самом деле, это случилось удивительно, потому что в школе нам сказали, что обязательно к этому празднику должен быть фестиваль. И что-то должен быть номер. Ну, а в школе, естественно, я на рояле играла, мой друг играл на скрипке. Была у нас такая девочка удивительная, с очаровательным совершенно голосом. Мы смастерили ракет. Она из ракеты пела. Я играла на пианино, даже в школе есть эти видео. Женя играла на скрипке, и она пела «Я земля, я твоих провожаю питомцев». Так вот, дорогие друзья, мне хочется вас поздравить и с Днем космонавтики, и вообще, чтобы все были здоровы, чтобы те встречи, которые у нас проходят, они были теплыми, чтобы были мы радостными, чтобы мы поддерживали друг друга. За это еще раз я говорю, я благодарна своей кафедре. И, ну, не знаю, будьте здоровы. Спасибо всем. Что-то я прямо сказала 5 минут. Спасибо. Немножко дополнение. Валентина Васильевна прекрасно играет на фортепианах, проводит концерты. И вот один из концертов, когда поэт написал стихи, посвященные Рахманинову и Багровой. Валентина Васильевна. Как тихо улетают звуки, скользит по клавишам рука. Вот страсть рахманиновской муки, оставшаяся на века. Это боль и сожаление, что над родиной вдали. Это вечное движение неиссякаемой любви. И величавое Полесье, и шум отеческих дубрав, и золотое поднебесье. Он прав. Не может быть неправ. Спасибо.